Приветище! Это Человек-паук 2, и мы продолжаем прохождение. Сейчас нам нужно найти Фелицию. Это та женщина-кошка, на которую охотится Серёжа. Или как в комментариях пишут Крейвен, или как его там зовут. Я ранее в сериях Человека-паука с ним не встречался. Ну, точнее, в те игры, которые я играл про Человека-паука, я с ним не встречался. Ранее понятно, что он там где-то был, светился. Но сейчас это не важно. Важно выпроводить женщину-кошку, чтобы ее не схватил этот Крейвен. Поэтому летим к ней. Что там? Его как будто разграбили. Самое время пустить в ход изобретение Ганки. Что-то нужно просканировать, да? Окей. Надо пройти туда. Что-то здесь спрятано. Царапины? Давай вырвем. Ее не видно? Есть царапины с частицами металла. Гляну, совпадает ли с составом ее когтей. Я думал, там тайник какой. Мне надо изолировать молекулярные компоненты металлических частиц. Повреждений осталось. Уничтожайте поврежденные атомы, избегайте уничтожения ключевых атомов. Ну ладно, как их уничтожать? Просто вот так вот? Фу ты. Основной уничтожился. Это плохо. Отменяем. Давай тогда с последнего начнем. А, вон оно что. Все, я понял. Надо центральный, и тогда два ключевых. Вот как. Все, окей. И тут тоже так же надо сделать, да? Во! Есть! Анализ. Титан. Что еще? Посмотрим. А это что за желтенькая фигня? Уничтожение нейтральных атомов является самым безопасным способом избавиться от соседних поврежденных атомов. Давай проверим. Неплохо. И тут давай так же. Класс! Кобальт, я на верном пути. Кто сказал, что наука — это скучно? Капец, сколько всего анализировать нужно. Ладно. Как это все поворачивать? Во. Ёлки-палки. Ну тут можно без проблем вот это уничтожать. Типа так вот. Ёлки-палки. Вот это крутишь-вертишь, это прям абзац какой-то. А с чего ли? Я нейтральный убрал. Говорят, нейтральный самый безопасный. Нифига они не безопасные. Давай вот этот уберем. Угу. То есть, получается, если я здесь тоже уберу нейтральный, то и вот тут. Все по-новому надо начинать. Предлагаю, значит, вот это уничтожить. Вот, поехало. Самый прикол, что вот тут вот непонятно, как с нейтральными-то бороться. Видимо, никак. Пускай они будут, они нам не страшны. И вот здесь вот тоже надо уничтожить центральный вот этот. Готово. Пойдет. Вольфрам, совпадение. Удерживаем, есть, чтобы сканировать. Это дальше. Она. Следы ее подошв. Кошечка в канализацию бежала. Видимо, она спешила. Она достала что-то из того ящика на стене. Это ее тайник на крайний случай. Он пустой. Продолжим сканирование. Что-то где-то еще должно быть. О, стрелы! Охотники. Этого хватит, чтобы воссоздать события. На нее напали. Но она вырвалась. За ней уже гонится. Вот почему граждан нужно предупредить об охотниках. Она могла... Держи меня в курсе. О! Нифига себе! Это наверняка она! Скачок от дружеского предупреждения к спасательной операции! Надеюсь, я не опоздал. Фелиция умеет за себя постоять, но охотники могут оказаться ей не по зубам. Волнуешься за бывшую бойфренда? Вот это альтруизм! Скорее всего, МДЖ просто больше ненавидит этих охотников сраных, чем эту кошечку. Что тут у вас стряслось? Можно я посмотрю? Никого нет. Они только что были здесь. Куда они могли направиться? Сейчас я проведу сканирование. Обзор. Ну-ка посмотрим. Что-то где-то здесь было вроде бы. Вот ящик.
Хм, что я проглядел? Еще один ящик. Только этот заперт. Ради него она рисковала жизнью. Надо бы его открыть, но питания нет. Что-то наверху есть. Наверняка генератор может запитать ящик. Как насчет электрической паутины? У Майлза же она есть. А, мы сейчас своей силой запитаем? Ну давай. Можно подключить генератор паутиной, и ящик откроется. Ей, как старый добрый, да? Окей. Значит, ну вон в тот можно попасть, но тут мешает вот эта вот штука. Так. Должен быть еще где-то. А, вон, смотри, вижу, вот туда вот можно. Как подвести питание? И от него вон вроде туда. Так. Вот сюда. И отсюда, ну, почти. Теперь туда. Все, электричество пошло. Получилось. Ништяк. Открыл. Париж. Ты хорошо знаешь французский? Вообще не знаю. Ну, скидывай, разберемся. Так. Это руководство по эксплуатации некоего жезла Ватумба. Ватумба? Я поищу, что это. Секунду. Охотники. Мне нужно следовать за ними. Согласно переводу мистической арканы, это очень древний жезл. Еще до нашей эры. Якобы тот, кто владеет им, может создавать порталы, по сути, куда угодно. Типа маги? Если она заполучит такой артефакт. Думаю, это пригодится. Майлз, не отвлекайся, пожалуйста. О-о-о, там снайперы были. Мы на позиции. Она наша. Она точно внутри. Избавлюсь от охотников. Это же, кстати, здание этого. Что ни говори, осветит этот жезл ярко. Как же, блин, это мистер, как его? Доктор Стрэндж, ёлки-палки, забыл, как его зовут. Как я мог? Ничего себе, там взрывы какие-то. Понятно, короче, что за жезл. Пойдем в другую сторону. Надо вначале разобраться со снайперами, а потом уже там внизу со всеми. Она с нами играет, но мы окружили храм. Она уже дважды от нас бегала. Есть, получилось. Либо черная кошка там что-то магичит, либо я пропустил крутую вечеринку. Пока все постелсу. Тихо. Тут вот еще один был. Вот он. Ништяк. С этой крыши сняли всех. Идем на эту крышу. Тратим драгоценное время. Хватим ее, и нам обеспечено место в империи Крейвена. Уходим, 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 уходим. Иначе я бы не пришел. Если ты сомневаешься, уходи. Сначала поймаем кошку. О, блин. И вот этот еще тут, да? Я слышал, что в этом здании происходят странные вещи. И, видимо, это не выдумка. Идите все вон туда, посмотрите, что там. Идите на звук и найдите паука! Так. Вот этого надо забрать. Ага, отлично. Выглядишь устало. Человек-паук здесь! Охотники! Блин! Наш герой не вышло! Здесь! Не успел. Здесь паук! Ну давай, паучок, ты чё, ёлки-палки? Он поймал меня! А никто его не слышит, прикинь? Все, он пускай падает. Он сейчас там разобьется. Шикарно, никто его не услышал, офигеть. На той открытке написано по-французски. Смысл моей жизни. Лови момент. Нашла кого-то? С Фелицией никогда не знаешь. Так, орла надо пропустить. Или, может быть, его шлепнуть сейчас. Где-то здесь был снайпер еще. А, он наверху. Подтянем? Не подтянем, не получится. Готов.
Так, еще один. Хотя не один. Их тут целая куча. А, вон там еще где-то сидит, смотри, вон он. Надо с ним разобраться. Есть. Это было близко, он уже меня начал замечать. Но не успел. Там все ясно. Вот с этим, что? Опасно, да? И с этим тоже опасно. Вон туда подойдите, посмотрите, там вон что-то странное происходит. Ребят, вон там у коробочки. Сходи. Черт! Вот теперь я спалился. Да ты ударь его! Ударь его, он сейчас закричит! Паркер, что это за финты такие беспонтовые? Я вижу паука над нами! И сюда. А, ну их тут двое осталось, так что не страшно. Все? Сдох? Готов. Почему-то добивашка не срабатывала, странно. Всех уложил. Теперь надо выяснить, что там с Фелицией. Вот это да. Паучок хочет поиграть, а? Эм-Джей! Она украла жезл! И магия! Чистая правда! Что произошло? Кошка, давай поговорим! Да подожди ты меня! Отвали, не то я отправлю тебя в Тихий океан! Как ты к нам вклинилась? А вы используете все тот же канал. Мальчик, у тебя других дел нет? Фелиция, прекрати! Ты ведешь себя безрассудно! Кто говорит? Это ты, рыжая! Как там у вас дела со стариной пауком? Офигеть, прикольно! С этими порталами, особенно когда сейчас на меня летел всякий мусор. Очередь вертолет! Офигеть! Да хватит уже! Я пытаюсь тебе помочь! Не нужна мне помощь ни от кого из пауков! Знаешь, что умеет этот жезл? Он нужен ей просто, чтобы красть картины! Грубо! Я вас слышу, клоуны! Прикольно. Клоун! Поезд! Фелиции могли пострадать люди! Осторожно! Охотники вернулись! О, я им правда понравилась. Мы с ними покончим. Мы остановим этого парня. Не надо зариться на мой артефакт. Холодно. Куда ты меня закинула? А этот же шарф не взял. Это же Северный полюс, елки-палки. Жезл перевез бы нас прямо к Крейвену. Все это не ради Крейвена. Я вначале подумал, что там Тор сидит. Капец, она безумная. Она даже назад не посмотрела. Вдруг бы в черепуху прилетел. Почему ты не желаешь мне помочь? Ты человек-паук. Ты уже спасал город. Спасешь снова? Паук был прав на твой счет. Ты думаешь только о себе. Вообще-то, это не твое дело, но... Моя подруга в Париже. И из-за меня она сейчас в беде. Ты бы все сделал для друга. Я ей нужна там. Разобраться бы только, как прыгать дальше, чем на 10 шагов. МДжей сказала тебе не верить. Она умная. Но ты должен думать своей головой. Походу, она хочет Майлза еще переманить. Кошка! Взять ее живой! О, ребята! Она моя! Повернись! Она повсюду! Кто тут? Где еще толпа? Я хочу заюзать. Уходи! Открой себе портал! Не могли написать к нему нормальную инструкцию! У тебя получается уже лучше! Но недостаточно! Ничего, мы разберемся! Вместе! О, а ты смелый мальчик.
Я Человек-паук, не мальчик, спасибо! Ладно, Человек-паук, блесни талантом. Уходи оттуда! Ой, это было зря. Сюрприз! Ну это просто шансов! Получай. Паутина! Так, а где Фелиция? Она все уже убежала, да? Портал там юзает. Ладно, я как обычно один. Могла бы, между прочим, помочь мне разобраться. Больно, наверное. А вон она бегает. Она выручает меня все. Вон еще! На крыше! Эй, прыгай в портал! Вот этот тандемчик. Вот это я понимаю. Женщина-кошка и Человек-паук. Я беру на себя! Это круто! Она реально как Доктор Стрэндж, знаешь, из телепорта выходит, засасывает туда, уничтожает противника и опять выходит. Не тормози! Вау! А, у них еще и орудие! Открыла еще портал! От помощи я точно не откажусь! А ты можешь остановить пули? У тебя есть паутина! Дай ею по орудию! Сейчас. Вот так вот. Без меня никуда. Как думаешь, они приехали посмотреть на морских львов? Морские львы? Где? Ты знаешь, что они могут разгоняться до 40 километров в час? Собери, тут охотники и много. Крейвен от тебя без ума. Я ему не по силам. О, видела бы ты, что со скорпионом это Крейвен сделал. Сюрприз. Это круто. Они явно пытаются измотать нас. Если я им нужна, им придется меня убить. Хорошо бы до этого не дошло, а? Да штопанный ты, арбалетчик. Давай уже... Снимай вот от... Вон того сними. Ёлки-палки. Меня не удержит. На все тыкать надо. Ю-ху. Ты любишь мне собак? Будет плохо. Я очень плохо. Ошибница. И это не собаки. Но такие же кусачие. Где этот снайпер? Берегитесь порталов! Да со снайпером! Лечись давай! Открывай огонь! Нет, не откроешь! Иди сюда! Получай! Воу-воу! Там что, псина была? Черт! Я здесь! Стоямба! Еще тащи! Ничего, нас сбили! Нас сбили! Так. Ой, как вас много-то тут. Чё так они много-то? Они бросили на нас все силы. Плакала моя девятая жизнь. Нет, у тебя сейчас Париж. И твоя подруга. Ты правда Человек-паук. Фух, всем лежать, никто не встает. А, так меня и послушали. Беру на себя. Ну это просто без шансов. Нифигайся. Как в Mortal Kombat, знаешь. Прибежал другой защитить первого. Конечно, звал. Фух. Возьми. Сосредоточься. Представь Эйфелеву башню. Аривуар, Фелиция. Спасибо. Надо бы жезл доктору Стрэнджу вернуть. Покажи мне Ли. На моей хотелке не хватило желаний. Прости, только что вернулся из Непала. Доктор и я будем тебе должны. Вонг. Чуть-чуть не успел, елки-палки. Ох уж этот Вонг. Буквально пару минуточек, и я бы, может быть, Ли нашел. Эй, что там с Фелицией? В порядке. Пока. Сюжет закончен? Отправила Джонни. Пожелаю удачи. Справишься. 12-й уровень. Чувак, дуй на Кони Айленд. А что такое? Ты же в курсе, что Мистерио освободили? Он открывает там новый аттракцион.
Охотники могут выйти на него! Ты прав! А знаешь, кто еще там будет вечером? Та, в кого ты почти год назад втюрился. Ганги! Не ганкай мне тут. Вы с Хейли созданы друг для друга. Если не пригласишь ее, нарушишь все законы природы. Ну, посмотрим. Но сначала Мистерио. Нет, сначала мы посмотрим, что я там прокачать могу. У меня же новые костюмчики появились. Давай посмотрим. Значит, вот такой костюмчик. О, из первого. Майлза Моралеза. Потом вот такой вот это. Что за муравей-паук, елки-палки. Костюм Человека-муравья. О, прикольный костюмчик. Типа Паркер и Майлз будут в одном одеянии. Давай попробуем. Теперь стили. Выглядит ничего так. Вот беленький прикольный. Может, в желтое? Типа Паркер тоже в желтом и вот. Ничего так смотрится, да? Ну, конечно, вот мне белый больше понравился. Давай белый. Майлз Моралезу белый пойдет. Теперь у Питера посмотрим, что там по костюмчикам. Этот мы видели. Ох ты. О, крутой. Самурайский Человек-паук. Это у нас обычный. Ну, из фильма. Это тоже из фильма. Классический, самый первый, по-моему. Это тоже из фильма. А вот этого, это же этот. Из мультика, который за Майлзом-то гонялся, паук. Который управлял мультивселенной и пытался ее исправить. Короче, Человек-паук из будущего. Самый главный. Ну, слушай, честно, мне тут пока ничего не понравилось. Поэтому оставляем капюшончики. А Майлз со светящимися холодными глазами, там даже пар идет. Все, короче, идем переодеваться. Надо переодеться в Майлза. Осмотрю парк. Но тайна. Я не вижу злодеев. Может, глянем, что там? Кажется, что? О. Приветствую. Я Квентин Бек, мастер иллюзий. А это Бетси, мой бизнес-партнер. И Коул, мой технический советник. А это... Новое поколение развлечений. Ни за что. Прекрасно. Коул, этот отважный юноша готов воочию узреть, что его ждет. Есть ли здесь другие люди, храбрые сердцем? Подходите смелее, сделайте шаг в будущее. Накачали нас газом. Осмотреть мистериумы. Идите в павильон. Просто идите прямо. Хорошо. Если вам понравилось, пожалуйста, расскажите о нас друзьям. Заходите в мистериумы, которые открылись по всему городу. Бесплатный период скоро закончится. Спасибо, Бетси. Я в нем уверен. Давай-ка пробежимся. Что-то мы долго идем слишком тут. Чтобы этот опыт был незабываемым. Взгляните на эти изображения и подумайте о своем будущем, своих надеждах и мечтах. А, хорошо, уже вижу образ. Достаточно. У Майлза, кстати, куртка, по-моему, с пасхалкой. Там написано «Луна 2.22». Не волнуйтесь, я все вижу и слышу. Если вам станет дискомфортно, дайте нам знать. Наслаждайтесь воплощением своей мечты. Ну ладно, попробуем. Я диджей-паучок. Там зеркало, ага. Понятно. Ну что, зажгем? Значит, вверх. Можно вниз. Сделать L1. А, вон, пошло. Вниз, вверх, вниз, вверх. L1, R1. О, круто! Ёлки-палки. Кто бы мог подумать, что паучок станет диджеем? Неплохо выходит. Люди, вам нравится? Ой, промахнулся. Погнали! Промахнулся. Вот так, да! Мне в конце покажут, сколько я очей набрал? Я все профукиваю. Хреновый из меня диджей. Сейчас будем!
Воу! Погнали! Так, давайте зажжем! Музяка норм. Надеюсь, авторские права мне не прилетят. Класс! За это. Я вроде приспособился. Да, мы зажигаем! Попадаю в ноты. Да, дети мои. Дети моего танцпола. И дети моей музыки. Я вас не слышу! Промахиваюсь, ё-моё. Ну что же это такое? Вроде все повторяется, а я вот так вот лажаю. Диско-шар. Бум! Руки вверх. Да, детка. Давайте-ка пошумим еще разок. Ну это сложно начинается уже. Блин, не успеваю. Теперь мы жжем и отжигаем. Ёлки-палки. Я слишком стар для таких игр. Расслабон пошел. Передышечка. Ганки должен попробовать. Вы готовы? О, что произошло-то? Ну нет. Газ не так сработал. Ли? Че, придется с ним драться? О, как я это сделал? Куда делся Ли? Он тут правда был? Да нет, сначала это же Мистерио. Потом думай. О, вон ту штучку давай возьмем. Брать его! Бэк, вы меня слышите? Да, да. Он тут небольшой сбой. Очевидно. Прости, я тебя не видел. Что писать, что происходит? Я задавал жару танцполу, потом появились плохие парни и задают жару мне. Ой, надеюсь, ты не ранен. Я справлюсь, а вы не можете просто выключить эту штуку? Это не так просто. Но мы пытаемся. Но мы пытаемся, как обычно вы все пытаетесь, а я делаю. Может, полетаем? Опа! А теперь к стеночке. Все, разобрали. Почему тут демоны Ли? Вот это я дал. Это все в моей голове? Дополнительный заряд гаджета пошел. Бэк сказал думать о будущем, когда я загадывал желание. И что, вот об этом я думал? О драках с демонами? Да, Майлз. Почти готово. Ты там как? Справляешься? Вот если бы я не был Человеком-пауком, держись. Я думаю, я бы сдох. Бывай какой! Бэк сказал, воплотятся мои мечты! Скорее уж ночной кошмар! Стремно. Ракеты! Поймал. Ой, не то заюзал. Че, ребята, потусуемся, да? Весело вам тут? Пикшер, давай к нему скорее. Думаю, если закончишь песню, то достигнешь точки прерывания. Ладно. Я думал, я уже закончил песню. Да, должен появиться выход. Добери. Ну все, мне пора.
Что делать? Ты как, цел? Да. Мне очень жаль. Мы постараемся выяснить, в чем причина. А до тех пор... Закрыто. Майлз! А что тут стряслось? Будущее развлечение оказалось чуть забагованным. Привет, Петри. Классная куртка. И кроссы тоже. Все очень классное. Привет, Майлз. Ганки. Ребят, это мой лучший друг Гарри. Он вернулся из-за границы и хочет учредить новый научный фонд. То есть мы хотим учредить научный фонд. Привет, рад встрече. Новая работа? А останется время на учеников? Придумаем что-то. Пойдем? Знаете, меня это происшествие выбило из колеи. Может, уйдем? Ладно. Рад знакомству, Гарри. Да, взаимно. Все в норме? Привет, Хейли. Да. Извини, я не приду на твою выставку. Что... Встретимся я потом. Потом наберу. Ага. Надо будет проведать Майлза. Все ли в порядке? Да, конечно. Хорошо. Приятные парни. Жаль, что они пропустят лучший вечер в нашей жизни, а? Чего, мы тут тусоваться будем? Так, вот наш план. Сегодня в программе лучшие хиты нашего детства. То есть, три самых любимых аттракциона по одному с каждого. Ну ок. Приветствую! Ну что, попробуем? Подходите! Вы не знаете, с кем связались. Смотри, не надорвись. Не, я в тебя верю. Итак, игроки. Прицелился, нажал. Начали. Все просто. Значит, прицелился и стреляй, да? Ой, мимо. О, я как будто мимо унитаза стреляю. Стой, подожди, а как вниз-то? А, вон оно что. Тут все наоборот. Вверх это вниз, а... Короче, инверсия. Турнир Pony Island Open вернулся спустя 3 года. Участники демонстрируют неимоверную тягу к победе. Гарри, что ты делаешь? Отвлекаю тебя, понял? И это не работает. Фу, как нечестно. Давай, Пит! Ты болеешь за него? Не люблю жуликов. Так тебе! Винер, я победил, ребят. Отстоял свою корону. Погодите, вам приз-то выдать? Надо было МДЖ дать выиграть. Спасибо. Корона мне бы пошла. А, почти победила. Следующая игра это... Далее в нашем рейтинге. МДЖ Уотсон в роли демона скорости. Так. Да. Вот здесь вот какая-то игра есть интересная. Пойдемте опробуем другие игры и аттракционы. Может, у нас получится выиграть что-нибудь из призов. Ой-ой-ой, ты посмотри, какой у нас список. Нам на всем надо прокататься, да? Ну, давай. Раз мы развлекаемся, то по полной. Как я дал себя уговорить? А, как же пахнет попкорн? Как ты можешь думать сейчас о еде? Ты же знаешь, я талантливый. Ага. Вот если бы еще голова так не кружилась. Я и забыла, как он мне нравился. Еще один. О, баскетбол. Опять? Давай попробуем. Готов еще раз? Готовее некуда. Подходите! О, ну, вперед! Вы любите баскетбол, правда? Любим, любим. Я и не знала, что ты крутой баскетболист. Я бодр и свеж, как огурчик. Я на все согласен. О, вот даю. А в соседнее кольцо можно попасть? Не, не дают. Ага, вперед! 3 из 3. Еще одна печать. Идем дальше. Во, давай бутылки позбиваем шариком. Проще простого. У пирамид самая устойчивая форма. Проверим. Да, конечно. Как делать, Ник? Я сейчас все сделаю. Я спустил в бей случай целых 20 баксов. Да. Когда у тебя есть вот такая полосочка, такого куда ты кидаешь. Не должно быть. Конечно, это легко.
Еще одна есть. Хочешь протестировать нашу любовь? Что за сердечко? Давай. Идите, давай затыщим нашу что любовь. Вы идеальная пара. А я пока испытаю в деле свою харизму. Удачи. Идеальная пара. Посмотрим. Что эта машина про нас знает? Поворачивать надо? Или еще? Коснитесь сенсорной панели. Что, тебе пора переехать ко мне? Или что, рано об этом думать, пока все не утряслось? Да, возможно. Вау, такого не может быть. Там выпало, что все очень плохо. Что она вообще у нас плохо измеряет? Температуру тела? Или кислотность кожи? Вряд ли она настолько навороченная. Сюда, давайте теперь этот. Пойдемте, голубки, мы еще не все опробовали. Ух ты, елки. Спокойно, сейчас. Нифига себе. Это надгробие? Что он здесь делает? Работает типа механиком и помогает людям. Спасибо, что вытащил меня. Все могло кончиться плохо. Может, лучше прокатиться на горках? Пойдем, действительно, лучше прокатимся на горках. Этот? Давай, попробуем сесть вперед. После вас. Какой джентльмен. Ты как? Наш дружбан уже подружку нашел. Да ладно, ладно, мы обещали не говорить о делах, но я обязан сказать. МДЖ, ты должна зайти в фонд. Посмотреть на офис Пита. Стойте, давайте в эту. Каков шанс, что на сиденье рядом с Гарри окажется девушка, которой он отдал свой приз? Ну, это было бы чудное свидание. Скажем ей. Что скажем? О чем вы там шушукаетесь? Просто напомнил МДЖ, чтобы не высовывала руки наружу. Так вот. О, да знаю, что надо. Но я так старалась впечатлить Джону. Ее босс. Стой. Джона Джеймсон? Скользкий. Хватит болтать, мы тут на горках катаемся. Говорит тебе, что делать? Не хочу терять эту работу. Тебе и правда нужно развеяться. Крутотень! А то! То, что надо. Ну, бесстрашный командир, куда дальше? Наш последний аттракцион. Погоди, а где подруга Генри? Это силач. О, ты знал, ты знал. Сыграть я силача? Я так ни разу и не попал, ну, по пойдем колоколу. А вот и силомер. Приветствую. Ну, кто первый? Пит, давай. Быстро опустите контроллер вниз или... Да я его сейчас расшибу об стол, вы чё? Ладно, да, попробуем. Получилось? Ладно. Ну так вот себе. Вмажь как следует. Еще разок. Давай, погнали. Я себе присуху чуть не отбил. Полегче, Гарри. На это стоило того. Ранить я могу, разве что твою мужскую гордость. Мальчики, мальчики, оба хороши. Ни хрена себе. Простите. Питер такой опаньки. Что? Ну, ладно. Похоже, этот год пошел мне на пользу. Гарри, это просто невероятно. Да, я и сам не знаю, как это сделал. Ладно, а как насчет немного почилить? Очередь на колесо стала поменьше. Наконец-то! Пошли бить гидры! Гидры? Да, пошли! Застряла? Ну, конечно. Ну ладно, гидрочки, давайте уже выползайте. Чувак, как-то это жестко. Получи! Что? Они же не поросята. Я не могу пригрозить, что сдую их дома. Может, даже не знаю, попробуешь перестать дерзить?
Нет, спасибо за предложение. Есть! Это очень смешно, на самом-то деле. Эй, МДЖ! Ты как? Просто отлично! Покажи этим гидрам, у кого большой палец противопоставлен! То, что надо. Ну, чье лицо ты представляла? Вместо кротов для мотивации. Это было лицо Джона, да? Еще две? Можно нам полетать тоже? Нифига себе, тут очередь. А чё даже никто не болтает? Скукота какая. Давно мечтала. Какие-то они невеселые, короче. Пора заканчивать. Высоко. Или ты о том, каково быть таким крутым и милым? Быть Питером. Быть Питером классно. Надо почаще так проводить вечера. Ага. Мы вечно собираемся. Короче, мы покатались на всем и теперь можем забрать приз. Все ради этого и делалось. Так что пойдем посмотрим, что мы можем забрать. Может, огромного Человека-паука или енота. Сувениры стали куда круче, да? Начальство перед увольнением. Прощаемся. Так, я не понял, почему это я верчусь-кручусь? Я что ли сувенир? И назовем «Буря любви». Выбрать приз. А, вот. Вон оно, что такое приз. При чем тут буря? Давай вот эту вот возьмем. Тебе идет, Кит. Вы же понимаете, что я никогда не сниму. ОМДЖ прикольный тот звездочек. Ты будешь носить это на работе? Соучредитель одобряет. Ну все, теперь на колесо обозрения. Финальный аттракцион. Ребята, я за вами буду. Ребят, я дам вам время поворковать наедине, а сам попробую выиграть еще пару единорогов. Ты такой счастливый. Забавно. У меня чувство, словно дали второй шанс и мне, а не только Гарри. Из вас выйдет потрясная команда. О, это Бьюгл. Джона отдал тебе первую полосу? О, ты станешь редактором! Что ж я не взял вина? Охотники, скорпионы, взрывы и т.д. Джона дал статью новенького. Уже просмотрено 5000 раз. Мне надо написать совсем о другом. Завоевать его доверие. Слушай, ты что-нибудь придумаешь? Как обычно? Спасибо. И да, если тебе понадобится помощь дружелюбного соседа-паучка, мы тоже потрясная команда. Хоть я и забыл принести вино. Все так. Йоу, поцелуйтики, поцелуйтики, фейерверк, ой, красота какая. Вот это романтика. Бежал сюда. Ну, елки-палки. Мы с дороги. Это, наверное, за надгробием пришли. Ну да, точно. Найдите надгробие. Надгробие. Наемники Крейвена! И какой суперзлодей вам нужен в этот раз? Мистерио? Надгробие? Паук не должен нам помешать. Остановите его! Не ожидали меня увидеть? Прикольно. Что ж, и я вас... Я в шляпе дерусь. Я просил всего один спокойный вечер, но нет! Прием! Прием! Мы удерживаем надгробие как можем, но мы не... Надгробие справится сам. Со всеми не справишься. Еще не все люди эвакуировались из парка. О, нет. Гарри!
Давай, Гарри, ответь, ответь! Привет, оставьте сообщение. МДжей, Гарри не берет трубку! Эти охотники от меня никак не отстанут, а я его нигде не вижу! Наша кабинка снижается. Я найду его. И о себе не забудь! Ты же знаешь, я никуда не пойду без моего симхарийского друга. Так это тот самый серебряный скат? Работаю над ним. Найду Гарри, сообщу. Жалко, не видно, как там надгробие раздает люлей этим придурком. Не спрячешься! Опять толпа набежала. Да откуда ж вы беретесь-то вообще? Почкованием размножаетесь, что ли? Ага, вон туда. Я попаду в цель! Ой, надо валить. По нам бьешь! Пускаю стрелы! Получайте, короче. Вот так вот их за сетку. Где-то еще вот тут сидел. Все? С тобой покончу? И последний где-то вон бежит. Ой, да их тут два. Не так уж-то и круто. Ничего, ты смог ударить меня. Молодец, что. Куда-то тоже собирался лететь, но не вышло. Они движутся к трассе. Там работает надгробие. Он крепкий парень, но и эти ребята тоже. Охотники, заводите моторы, и пусть победит сильнейший паук! Цель захвачена! Я знал, что он будет этот раз. Человек-паук или надгробие? Нам повезло. У нас оба. Аккуратней. Ты меня... Лежим, никто не встает. Предупреждай, когда бьешь! А вы, охотники, те еще заводилы! МДжей, нашла Гарри? Еще нет, но я видела Мистерио. Похоже, громил Крейвена он не интересует. Совсем. Значит, им нужен только надгробие. Спасибо за наводку! Да. В общем, продолжаю искать Гарри. Эй! Автодром в совсем другом конце парка! Вижу цель. Да елки-палки. Когда они уже закончатся-то? Устал я немножечко драться. Так, этот цепок что-то хочет сделать. Подкрепление уже в пути. Да? Паука мы взяли. И поймали. Идите за надгробие. Логи, я иду! Эти сети опасны! Избавьтесь от паука! Стреляю! Пускаю стрелы! Я с ними справлюсь, надгробие! А ты лучше вырвись из этой сети! Не думал, что однажды ты станешь защищать меня. Я сам удивлен, Лони. Мой босс хочет тебя прикончить. Он охотник, и охотится он на суперзлодеев. А он не хочет позвонить в полицию и узнать, что я начал новую жизнь. Раз он уже убил Скорпиона, то вряд ли. Ah!
Ух, наконец-то! Разобрались. Надгробие, ты как? Отвлекайте паука! Живо! Ну не, держись! Нифига себе, вы суицидники! Прости, Лони, я правда хочу тебе помочь! Все будет хорошо! Ох, ёлки-палки! Не бойтесь, я вас вызволю! Как они в людей не попали, а? Не получается, не успеваем. Держитесь! Зацепим как тех сверху. Все сыпется как карточный домик, елки-палки. Так, пошло время очень ювелирной работы. Как это тяжело. Так, приехали! Я держу! Все на выход! Козлина, а? Молодчик, МДЖ! Надгробие увезли. Да ну нафиг. Это уже слишком фантастично для Спайдермена. Спасите! А патрушка Генри так и сидит, да? Мне жаль! Гарри? Я только что про тебя вспоминал. Пит? Иди! Держите! Это был... Да! Точно. Человек-паук. Знаю, знаю. Но сперва, что это за штуки из тебя вылезли? Кажется, мое лекарство. Доктор Коннорс сказал, это своего рода экзоскелет, но я не знал, что он... Стой. Ты же понял, что это значит, да? У нас обоих суперсила. Подумай, сколько пользы мы можем принести. Извини, я еще не совсем понял, как это работает. Ну? Жаль, что у нас нет суперлаборатории, где можно было бы провести тесты. Удостоверюсь, что горизонт чист, и встретимся. Позвони мне тогда. Thank you.
Да, если бы так все было просто, то было бы очень замечательно. Но нет. Ну что ж, на этой пока что замечательной ноте мы заканчиваем. Так что, если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего видео, на котором мы с тобой и увидимся.